Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Honor Magic 5 Lite. И сейчас я покажу вам, как сделать так, чтобы аккумулятор на данном устройстве работал дольше. Итак, первое, что мы можем сделать, это заряжать телефон заводской зарядкой. И второе, это заряжать его в диапазоне от 20 до 80%. Далее, что мы можем сделать, чтобы потреблять меньше энергии, это мы можем опустить вниз быстрые настройки, открыть и подключать здесь все ненужные нам в данный момент функции, например, Bluetooth, там, мобильные данные, геоданные, возможно, даже какую-нибудь точку доступа и все вот в этом роде. Теперь мы переходим в раздел «Настройки», вернее, в приложение, и переходим в раздел «Батарея». И что у нас тут есть? Мы можем посмотреть сведения энергопотребления, как у нас вообще идет, как у нас используется заряд, как у нас используется приложение, какие приложения больше всего тратят энергию. И теперь мы можем перейти в запуск приложений. Здесь у нас включено автоматическое управление, что помогает предотвратить работу ненужных приложений. Вот. И мы можем, если захотим, запретить каким-то определенным приложением работать в фоновом режиме. Вот, у нас включена работа в фоновом режиме, можем ее, например, отключить, чтобы, если приложение какое-то жрет много энергии, этого не делало. Далее, мы можем перейти в другие настройки батареи, и здесь у нас есть подключение к сети, когда устройство в спящем режиме. Если мы ставим галочку, то у нас Wi-Fi или мобильные передачи данных не будут отключаться при выключении экрана. Нам, в принципе, это не нужно, зачем я об этом говорю. Если мы убираем галочку, они будут отключаться, и, в принципе, это тоже поможет сэкономить заряд. Но это не сильно важно. У нас здесь есть умная зарядка, хорошая функция, мы ее включаем, и тогда наше устройство изучит то, как мы заряжаем вообще батарею, как мы заряжаем наш смартфон, и будет приостанавливать процесс зарядки по достижению 80%. Также у нас здесь классная есть функция «Умная емкость батареи». Тут написано, при включении батареи перестает заряжаться, немного не достигнув максимальной емкости. Это немного сокращает время работы устройства после зарядки, но продлевает жизненный цикл батареи. Тут тоже очень классная функция, лучше ее включить, конечно. Вот. И также у нас здесь есть режим энергосбережения, у нас есть тут производительный режим, он нам не нужен здесь, а режим энергосбережения может нам понадобиться, если у нас осталось мало процентов, можем его включить. Вот, и на этом в принципе все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.